Собственно, Светлея Балабатька. Сегодня 2 июня 2018 года. Мы едем на море в Зеленоград. Сегодня открытие пляжного сезона. Мы поедем на вот этой ласточке. Ну что, погнали? Ну вот, мы находимся в самом вагоне. На этой ласточке мы будем совершать наше путешествие. Идем отдыхать на праздник. Что мы вышли с моря, вода была, конечно, холодная, но я это смогла поплавать. Было очень здорово, советую вам приехать в Зеленоград и окунуться в Балтийское море. А у нас дальше продолжается прогулка. А кто хочет попить минерального воды из Зеленоградска, можно взять этот фонтан. До встречи!